Здарова всем! Начинаем проходить мы Beyond Two Souls, друзья, погнали! Новая игра! Начав новую игру, да-да-да, погнали! Полетели! Здарова, Ник! А звук игры у вас не на туда. Обочине. Понятно. Далеко от города. Что с вами случилось? Может, на вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть семья. Друзья, хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Так я ничего не смогу сделать. Бесполезно. Это шрам? Свежий. Остановите их. Они не понимают, что это такое. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! Идут. Ничего стоп, пока не вы понятно. Кто такие? Итак, вы нашли девушку. И где она? Солобим. Фокус удался. А ее там нету. Девчонка. Очень мощная девчонка такое наделать, конечно. Эксперимент. Сломлен. Что делать-то надо? Загрузка типа.
ты где? Как настроение, Джоди? Хорошо? Цвет настроения синий. Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но нам с тобой пора. Фига, я так должен управлять за ней? Офигеть. Пойдем, еще успеешь сегодня наиграться. Дядька, дядька. А что у нас тут еще есть? Я очень странная девочка, я сейчас тут круг сделаю. Чё? А, типа, ну ладно. Так. Я говорю, я очень странная девочка, подожди. Ладно, пошли. Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Пошли. Что у нас здесь? А, вы за мной следите, да? Угу. Вы за мной следили. Я идем, помню. Джоди. Да куда идем-то? Куда идем-то? Ну, веди меня. Какой ты странный тип. Почему девочка должна двери открывать? Тебя что, не учили, что да открывать должен двери? Эй, мужчина. Коу. Привет. Почти готова. Насрут в прошлом месяце. Привет, зайка. Какая ты красавица. А то, ну посимпатичнее тебя. Пошли дальше. На выходных будет дождь. Весь год дождливый. Мы пришли. То верно, то верно. Зато холодов не было. И правда. Здорово, дядька. Идем, Джоди. Да достал ты меня. Ого, газетка. Дай почитать. Че тебе там, чувак? Подался в няньки, Кул. Ха-ха-ха. Это шутник. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Хорошо. Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. О, да. Да ты у нас принцесса. Не бойся. Все будет хорошо. Если что, я рядом, да? Эй, Джоди, слышно меня? Слышно, слышно. Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате. И перед ней лежат те же карты. Сейчас она выберет одну, а ты скажешь нам, какую она возьмет. Ты уже готова? Давай, вот так сделаем. Давай. Ну что, поехали? А толку, сжать плечами или говорить да? Первая. Пульс замедлился до 45 ударов. Тетка, что у тебя за карта? Что у тебя за карта? А, звездочка. Где звездочка? Вот.
Дальше. Ну? Квадрат. Давай, квадратик. Следующее. Господи. Полетели обратно. Чё у тебя там? Ага, понял. Волны. Ой. Волна. Ты дальше. Молодец, Джоди. Меняем задачу. В другой комнате на столе лежат кубики. Попробуешь их сбросить? Господи, еще кубики бросать я не умею. Можно я тетку сдвину? Джоди, все хорошо. Я немножко психанул. Все прошло. Это никогда не пройдет. Здорово, Данилкин. Эксперимент. Да не, Кэтлин, что я буду трогать-то? Она нормальная тетка. Все отлично. Посольство. Ух ты, мы уже какие большие-то, а? Уже прям девушка. Платье. Платье отстой. Надо было другое надеть. А не, нормальное платье. По-моему, отличное платье. Тебе идет. Неуютно. Как будто все смотрят на нас. А так и есть, все смотрят на нас. Слушай, постарайся быть... естественный. Если кто-нибудь с тобой заговорит, улыбайся. Вести себя естественно или улыбаться? Вот это ты умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо, что вы пришли. Мое почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку Элизабет. Я и не знал, что среди американских дипломатов бывают такие прелестницы. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шею. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Та еще гнида. Он ненавидит меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему приглянись.
Я польщена. Ладно, пойду к гостям. Иди и найди укромное место. Ты знаешь, что делать. Посол! Отлично выглядеть. Я вот лично не знаю, что делать, а она вот знает. Найти укромное место. Укромное место — туалет, 100%. Так. Туда пошли. Что закончили играть? Ну-ка играем дальше. Так, тут туалета точно нету. Простите, мэм, вам сюда ходить нельзя. Только для сотрудников. А куда мне ходить нужно? Пошли туда. Ну, уйдите, пожалуйста. Дайте мне дорожку. Тоже сюда нельзя? Что скажет? Типа только в этой молодежке. Так. Нет, нет. Спасибо. Что за девушку играешь? Ну а за кого еще? Ничего не понимаешь. Так, пойду в кабинку, короче. Пошли в кабиночку. Золотые унитазы. Конечно же, мы все уроним. Айден, ты готов? В комнате наверху есть большая картина. За ней сейф. Нужные нам документы лежат там. Там охрана и повсюду камеры, так что аккуратно. Так, полетели. Сюда нам нельзя. О, так-то это. Как-то неудобно. Ладно. Что у нас здесь? Тут пусто. И здесь тут тоже пусто. Но печально. Скорее, Айден. А что здесь? Мне больно, когда ты так далеко. А где он? Ой, в него всерьез. Осторожно, Айден. Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Сейчас не время играть. Ищи кабинет. На втором этаже, где портрет шейха. И осторожней с камерами и охранниками. На втором этаже, где портрет шейха? Я как бы не хотел этого делать. Айден. Это было случайно. Тихо. Да блин, где второй этаж-то? А, вон там, наверное. Господи. Нет, мы только начали. Ты на месте. Хабиб, надо это... Камеры.
Сначала надо их вырубить. Хорошо. Сейчас вырубим. Ты на месте. Ты все знаешь. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Там никто не следит. Можно работать. Где он? О, тут кто-то спит. Блин, как же неудобно. Ай. Опять в этого вселяться надо. Или чё? Происходит. Вообще ничего не понимаю. Кажись, надо опять вселяться в этого. Чувак, я тебя вселиться могу? Ну как тут тебя вселиться-то? Ладно. Пошли еще раз в кабинет. Тут что нужно сделать? Время на исходе! Я больше не вынесу! Я не понимаю, что делать надо. Объясните тупому. Получили доступ к новому бонусу. К какому бонусу я получил доступ? Блин, теперь дверь где? На дверь. Как мне вселиться в него опять? Там на паузе все стоит. Так. Я тупой. Это прокрутка. Че с ней? Хе-хе-хе. Это прикол, конечно.
я понял. Надо отодвинуть картину. Там где-то рычаг. Найди его. Быстрее. Мне очень больно. Да это вообще изи. Вообще изи просто. Теперь попробуй открыть сейф. Теперь просмотри документы. Быстрее. Я долго не протяну. Так, теперь замри. R1. Квадрат. R1. R1. Ну. Р1. Нолик. Р1. Икс. Это жесть. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعلون؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا. أيها المنحرف. انصرف. Знаете что? Я кое-что понял. Субтитры надо включить. Иначе мы ничего не будем понимать, что они говорят. Я не могу ничем помочь тебе. Удачи. Давай, вставай. Что случилось? Косметика, как же. Нормально сейчас косметика. Пойдет. Ну-ка, этот будет работать. Ну, ручки надо высушить. Да ладно. Руки сушить не будем. Что-то мы какие-то убитые слишком ходим. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Плохо девчонке стало.